Творцы воплоти приветствую наверху на экране. И сегодня хочу поговорить по душам именно с той частью вас, имеется в виду вас как целого, с сущностью, с душой с вашей, а не с эгоизмом, не с вашим эго, которое вот и творит беспредел на этой планете. И хотелось бы, может быть, приоткрыть глаза своим простым разговором, рассуждениями о вообще мироустройстве, о положении вещей в мире. Я не претендую на истину в последней инстанции. У меня нету цели навести какой-то кипиш в умах. У меня наоборот цель этого видео навести спокойствие в вашей душе и разобраться, и все-таки стать, понять, как действует механизм-то этот. Дело в том, что когда люди, например, которые говорят, мы за мир, а вот они козлы, тем самым они войну впускают в себе в сердце. То есть, ненавидя кого-то, они уже на стороне зла. Но это о личном, об общей картине надо смотреть, все-таки по промежутку времени, начиная с какого-то прошлого, да, до которого мы можем дотянуться без искажений, потому что, например, про того же Петра Первого, да, то есть, ходит слух, а есть и доказательства, да, что его подменили в Европе, и тот человек, который, завозил там табак, картошку и многие действия делал для того, чтобы просто вот как раз-таки Россию разделить и властвовать. То есть, чтобы она раскололась, чтобы она стала слабой. У нас всегда был самобытный путь. Я не знаю, откуда это идет изначально, но вот человек, который вот как я себя чувствую, у меня совестью, я вот пронизан с самого детства. Вот даже не поделиться с кем-то там или... молодец какая, вот умница. Или же изменить любимой, да, или же уделаться ядом, который алкоголь, да, который сейчас везде продается. И многие, другие вещи там, как предательство, как, не по совести русскому человеку. Русскому, вот русичу, понимаете? Не ассоциация с картой России и Владимиром Путиным, а именно вот именно корневыми истоками. Понимаете? И я не могу сказать о Путине ни хорошо, ни плохо. Я не политолог. Я могу только опираться на факты. Например, если за Путина. То есть говорилось, что пенсионный возраст не повысится, повысился. Говорилось, что конституцию переписывать это... идиотизм, по-моему, он говорил там в 96-м году, а в итоге переписали. Но это один момент, к этому надо вернуться и разобраться среди своих, а не выносить этот вопрос на НАТО, там, ООН, еще какие-то там организации, и бежать в Америку и говорить, ребята, порешайте, у нас тут, мы не знаем, что делать. Это глупости. А если копнуть историю, то... Кто такая Америка? Что такое 11 сентября? Как у них вообще политика строится? То есть это наглый захватчик, который с помощью печатного станка своих долларов захватил вот эту платежную систему все. И остался всем должен, и теперь все страны для того, чтобы не прощать государственный долг, они признают доллар как дееспособным. То есть, много сейчас, может быть, лишнего наговорил и, может, где-то поверхностно мне понятного. Но то, что Центробанк Америки не принадлежит государству, это я понял давно с фильма. Внимание, запишите, это, по-моему, вот какого еще года. «Дух времени», вторая часть. Там про 11 сентября, когда вот эти голограммы самолетов типа врезались в... башни-близнецы и просто взрывы постепенные, что конструкция металлическая не может так сложиться. Где вы это видели? Это против всего явленного. И там дальше у них обманы идут, там много, там у них очень-очень много, вплоть до полетов в космос там и НАСА там, и вот это вот все.
И дальше что мы видим? Там Иран, Ирак, там, я вчера видел эту информацию, и война за войной идет. Это что? Это территории подбираются к рукам Америки, США, да? И я тут говорю именно о правительстве, о государстве. Не о народе тех жирненьких и наркоманах, которые там на улице валяются, не знают, что делать. То есть, ну, там, конченые, там, потерявшиеся люди, которые остались также без образования и без почти всего. То есть, которые просто, ну, живут. Или же, которые просто постоянно бегут, живут вот такие баканы, нажирают и считают это нормой, и потом это втягивают в это все. Тут речь не о них, а речь именно о власти. О власть имущих, о печатном строке, тот, кто за ним стоит. То есть тот, у кого есть деньги, он покупает. Он покупает именно то, что в нас называется эгоизмом. И сейчас ходит даже информация такая, что генералы продают свои там где-то полки на Украине. Что информацию сливают за бабки. Украинские беженцы, которые не беженцы, которые те такие же олигархи, просто бегут и шикуют по Европе, бабки так же раскидывают, как они раньше это в Украине делали. Или еще шире. То есть что происходит? И Путина за это никто не погладит, вы не думаете, что какие он цели там преследует. Что он что себя обогащает опять, да, ему, ну, наверное, хватает дворцов. И, наверное, олигархи, у которых яхты сейчас отжимают по всей Европе, да, там и прочие сейчас замки и прочая недвижимость сейчас терпит, ну, свои изменения. Неужели его за это погладят? Есть реальная, конкретная, серьезная причина. Это прекратить распространение НАТО, ну, на нашей территории. То есть обеспечить безопасность. Если славянский человек, живущий на Украине, считает, что это нормально продаться, да, и за бабки просто установить у себя американские установки, то есть, я не знаю, по-русскому сказать, целовать в жопу Америку, это радужная пидорастия называется, революция вот эта европейская, которые свои корни забыли. А если покопаться, их корни-то идут от славян. Все начиналось с нашей буквицы, с квадратной, откуда вот образное было мышление. А потом образы, где однокоренные слова давали понимание, что вот это то, ну это вот оно, какой образ идет от звучания букв, звуков. Вот. То потом и наш язык, уже язык, перестала быть речь образная, стал язык поганый, русский, который перестал орфографическим, пунктуационным. Ну и с Америкой, у которой язык там 20, сколько у них, 3 буковки, так там вообще сколько, давайте на двоичный код перейдем, 0,2, и вот будет интересно. Вот, и речь в другом, речь в том, что как к этому, ко всему отнестись с любовью, как это все принять. Вот именно в этом-то и есть задумка, видно, Творца для нас, потому что мы... Упираясь в этот физический мир, забываем о своем, о духовном. Мы начинаем выбирать нашими идеалами того, у кого есть деньги. Вернемся к социальным сетям. Инстаграм никуда не уходит. И Фейсбук никуда не уходит. Просто там стали тему продвигать, ну, расизм, рацифобия. То есть просто гнобить русских. Понимаете, в чем дело? Я еще пойму бизнесменов, которые там расположились и какие-то дела делают, и с помощью социальных сетей, да, Facebook там и Instagram, они делают переписки, то есть общение с клиентами, там какие-то, ну, свои прилавки, презентации проводят. Это хорошо, если продукция благостная, идет на пользу. А если же это просто вот кто-то, кто торгует своей внешностью, вот это обожравшийся или там из силиконикавшийся, то есть это фрики. Фрики, которых начинают считать за лидеров мнений. И вот эти вот лидеры мнений, что они скажут, то остальные и слизывают с них прям просто, как вот я тоже так вот прям проснулся и думал. И это все вот расизм, рацизм, вот анонизм это все. Это все внутри вот это вот выбирание стороны противодействия. То есть ненависть к чему-либо. И это... И есть война внутри тебя. А то, что сейчас на войне происходит, ну ужасно, конечно. Когда суп пойти, там, 15-го года у русских там показывают,
когда техника такая, когда они ехали на учение там куда-то там, а в итоге на войне уже месяц сидят, когда генералы в сиську пьяные, а украинцы на своей земле, им постоянно и бабки скидывают, и оружие, и мирным раздают, и пляжи делают, и в роддоме с детсадиком они могут базу организовать, потому что потом обвинят русских. И, конечно, если бы, может быть, и Путин бы и сам бы управлял бы, да, этим всем, не через этих генералов пьяных, то, может быть, и как бы, что мирных вообще не трогаем, давайте сами умирать. Ну, как, ну, вроде как того, да, в кавычках, ну, тут вообще трудно говорить о войне, на самом деле, спокойно. Но, так как идет вот война, вот он, идет гражданин, откуда ты знаешь, он сейчас достанет там калаш сзади откуда-то или еще что-то. То есть, ну что ж происходит с городами, руины, это, конечно, ужасно. Это, конечно, это мало похоже на освобождение Украины. Это похоже на то, что нас столкнули лбами между собой. Ну тоже между с кем между собой? Просто часть русичей, да, рожденных, ну, славян, рожденных на украинской территории, они поддаются зомбированию с самого детства. То есть человек это единственная такая особь, да, которую вырастет среди волков, она будет получше быть. Ну и также вот там их русичи, да, вот славяне, вот нас вот, просто говорят русские, это вот говно, это козлы, это вот надо это истреблять там. И даже язык хотят, то есть хотят настолько отделиться, что вот просто вот нас забыть. Речь о народе. Я еще понимаю, если бы от государства, да, просто, то есть, ну, как бы у меня тоже вообще на самом деле, ну, были такие идеи и понимания, что какая-то королева Великобритании, Медведев, филиал, да, это РФ, который постоянно срок проходит, они новую компанию России открывают. То есть, кто не знает, изучите эти вопросы, то есть, я это изучал, мне просто трудно передать это словами или копаться, там, монтировать, сидеть ролик, я чисто вам... Вот, ну, донести само просто расширение вопросов. Что в паспорте Российской Федерации печать не по гособразцу. И также вот с этим же коронавирусом. То есть я и вирусологов изучал, которые говорят, ну, такого вируса нет, это, ну, что-то другое. Это, то есть искусственно вот сброшенные вот химтрейлы летают, да? Опять же, ну, может, я ошибаюсь, может быть, где-то что-то там вот... Химтрейлы, может, это американские, может быть, наши не знают, блядь. Или еще там, ну, вот, есть какие-то детали еще вокруг этой темы, которые, конечно, как-то меняют общую структуру. Но в общей чертах. То есть люди за бабки готовы на все, травить других и все остальное. То есть меня раньше удивляло, что как человек приходит на работу, и вот там коров я видел, как их просто переворачивают, они там просто в ярости такие вот, ну, просто... Животное помирает, оно все, оно в страданиях, оно в ужасе, оно в жизни так прожила, не понять как. И тут и она кровью еще затекает. Там, где по нормам, там, ГОСТам, СНИПам, там, не положено, чтобы так захлебывалось кровью животное после убийства. Вот. А тут люди захлебываются кровью. Из-за чьей-то вот этой жадности денег. А газ как шел в Европу, так и идет. Ну, есть только причина, да, поменять оплату на рубли, чтобы платили не в долларах, а в рублях. А Америка, которая заявляет о том, что покидает Россию, о том, что санкции, остается, много что остается. Тот же Макдональдс, его не выгонишь, потому что они там такое мясо делают. Это ты, блядь, это ж надо же, ну, я вот в шоке. И люди остаются, блядь, в этих же социальных сетях, где их поносят, да, просто, блядь, для того, чтобы пособирать сплетни и, опять же, поймать чье-то чужое мнение и бежать с ним кому-то другому доказывать, что, блядь, вот, или как, вот, открыли социальную сеть «Я рус» называется, типа «Я рус», «Я русский», блядь. Захожу, открываю на аккаунте с английским названием, там, ну, что-то буковками латинскими написано. Когда же вернется Макдональдс? Скорее же бы, блядь. Первый пост, блядь.
Где логика, где вообще ваша совесть, суки? Где, когда вы жить начнете-то, блядь, по-достойному? А вот. Ну, начинаю я себя это делать. Начинаю заниматься самодисциплиной, без вовлечения, то есть, и я понимаю, что если это происходит в мире, то есть, если этих продажных политиков, вот кто-то их создал, для чего-то они здесь нужны. Если даже все будут тут радужные вот этой вот реформой заниматься, это не факт и не повод этим заниматься мне. Потому что этот мир, эта проявленность, именно это воплощение, я отношусь к нему как вот гусеница перед бабочкой. То есть найдешь, лишь будь достоин. Это и в течение этой жизни. И я верю в жизнь после жизни. Вот, поэтому главное делать благие дела и жить по внутреннему стержню, взращивая благочестие. И у меня своих забот хватает. Забот, как справиться, как управлять собой, как поменять где-то обмен веществ, где-то распорядок дня, где-то общение с другими, где-то отстраниться от ситуации, посмотреть на нее со стороны, поддать сомнению те знания, которые уже вложены в эту машину. За 35 лет много информации было переварено, и какая из них достоверная, и зачем ее тянуть в будущее, в сейчас даже. Если, а в то время она была использована при тех обстоятельствах, в то время, с той личностью, которая была мной проявлена. Время идет, все меняется. Можно сказать, каждый момент мы умираем. Есть только один момент. И только ум нас связывает и прошлое, и думает о будущем. И хорошо, если мы будем это делать в тишине ума. Когда мы без тревоги, вот этого вот переживания, суматошного, вот депрессивного какого-то, вот, тогда мы ловим спокойствие. И благо в этом помогает мухомор, но мухомор в этом помогает вот потихонечку, когда ты сам делаешь эти усилия, его маленечко используешь, и можно без него. Это вообще не реклама, это просто к слову. Это потому, что я благодарен мухомору, потому что он пришел в мою жизнь вот как раз вовремя, когда я справлялся с зависимостями, когда я не знал, как жить в этом сумасшедшем мире. Я сейчас нахожу в нем вот эти вот островки спокойствия. Потому что жутко слушать телефонные разговоры, жутко слушать этих фейков, все эти взбросы, которые делаются. Жутко просто людей слушать, которые, не зная ничего, стали политологами, там, вирусологами. С вирусами тоже. Ребята, я бы понял, если бы мы общественным сознанием пришли к тому, что, ребята, в мире происходит, вот там вот китайцы там думают, что они там мышь съели, да, там, Америка там, то есть, что вот это за ситуация происходит? То есть, пусть у них происходит, вот как белорусский сказал, говорит, а ты видишь эти вирусы? Я их не вижу, значит, их нету, блядь. Вот белорусский президент, он как и все, он по сути понимает, но он готов говорить, и он говорит об этом. Но потом его там подмяли маленечко. Но суть в том, что все болезни исчезли, все смерти исчезли, все стало одновременно ковидом. Сейчас другой, блядь, болезни нету. И маску, да идем по улице, блядь, целуемся, заходим в магазин, на кассу надо надевать маску. Кто такие губернаторы, где эти их губернии? Где их росписи, где эти, блядь, приказы, этого ничего нету. Есть и Конституция Российской Федерации, в которой есть пункты, которые конкретно это нарушают. То есть это эксперименты над здоровьем. Это, подсудное дело. Эти полицейские, которые стоят там на станциях метро и заставляют одевать, это серьезно, это те, кто вот за деньги просто душу продал. То есть я не знаю, как себя объяснить это, каким самообманом, но они это смогли сделать, чтобы встать и так вот просто вот требовать, чтобы просто менять отношение людей. А тот, кто сидит на постоянном употреблении алкоголя, там, мяса и прочих там этих,
просто зависимые от продуктов, ядохимикатов, которые их начиняют, без возможности остановиться и разобраться, что же он все-таки ест. Он скажет, да одень ты маску, зачем ты вмешиваешься? Ну, положено так. А еще что положено? Может быть, я не знаю. Ну, давайте я даже предполагать не буду. Потому что богатая фантазия. А мир, он сотворяется нашей его оценкой. Именно нашим внутренним отношением к тому, что сейчас происходит, мы формируем окружающую реальность на будущее. Понимаешь, то есть то, что происходит сейчас, это уже было сформировано. И идти в одну колею с там, НАТО, с ООНом, с американцами, я не считаю нужным. Я считаю, у нас самобытный путь по совести. Не смотреть на этих радужных, блядь. Если хочет Украина туда, там, сколько, кто хочет, там, я не знаю, как это сделать, но если вот мирное население, да, блядь, живет в домах, оно никуда не выйдет. Хоть в Мариуполе, хоть в каком деревне там. То есть, ну, это так просто вот деревня устроена, или как сказать. Люди, которые, не могут поднять. Ну, и зачем ему, типа, поднимать, если у него там, блядь, корова, сарай, или что там, школа, садик, блядь, справки все наведены, все. Поймал комфорт, человеческое существо, блядь. То есть, душа, вот, которая сжалась, вот, до объемов, ее как блоху в банке, вот, поместили в этот скафандр, и программ накидали в мозг, и все, она по кругу бегает. И в этом круге старается расшириться. Хотя если остановиться, посмотреть, о, круг, а зачем я здесь бегаю, здесь можно намного шире бегать. А не бегать совсем не получится. Ну, потому что уже физику проявлены. То есть задача именно бегать, но бегать именно создать порядок, создать рисунок от своей беготни. А не найти причину виноватого, кто, кто вот, собственно, причина твоей беготни. А стать самому архитектором этих рисунков. Ну и вот, то, что те, кто хочет там радужными быть, вот эта свобода, там траву курить, там бухать, там, то есть мне вот пишет один украинец, блогер, ну в чатах, в телеграме, всякое это, говно залетает. Вот он залетает ко мне в чат и такой, говорит, ха, да ты просто пить не умеешь. Алкоголь показывает тебе, кто ты есть на самом деле. Надо же. Да я сначала бухал, я был вообще счастливым ребенком. И ребенком еще начал пить, потому чтобы закрывать глаза на вот этот мир, что вокруг происходит. Потому что мама говорила, денег нету, а кругом были полублатные. Блатные всякие там. Ну, я в таком районе вырос. И никакой у меня защиты, никаких старших, то есть сам все, и было это интересно. И под Божьей только помощи. Ну и суть в чем? В том, что... Сейчас, секунду. Ну и суть-то что? Что важно быть сотворцом. То есть творить этот мир в любви, созидании. То есть ежедневным трудом каким-то вкладываться в творчество, в развитие, в... в оснастку твоего мира, в развитии своего тела, то есть, ну, во все. Но не паразитически жить и прозябать. То есть, посмотрите, вот сейчас достаточно еще на Ютубе видео вообще предостаточно. Это помойка прям просто выборов. То есть, хоть что-то ищи, ты хоть что найдешь. От порнухи до политики, все там. И суть, что вот в Америке. Как там живут люди, какой у них устой жизни, да никакой потребляцкий. В этих больших миллионниках, там, в Лос-Анджелесе и прочем, там нечему гордиться, не к чему к такому стремиться. Чтобы я хотел такое, да нет, ребят, это не про меня. И вы задумайтесь, зачем вам это? Сейчас вот типа в военное время начали бежать там все звезды там и кричат там, ой, как все плохо, Путин плохой. Да бегите вы, предатели. То есть, если вы не понимаете, что эта земля несет за собой, какую она силу дает, и кто вы, и зачем вы хотите смешаться, то есть, я никогда этого не понимал. Я за брак между одним родом. Не надо смешиваться с там, баликами, индезийками там, и еще прочим.
И потом блоки эти вести о успешной жизни на острове. Да и у тебя бы, если бы не этот блок, если бы он тебе деньги не приносил, да ты бы там не наслаждался бы этим морем. Тебе бы оно было как вот, как, блядь, опять это море, опять это хижина, как я хочу чего-то другого. Это так эго устроено. Важно ловить тишину. И возвращаясь к соцсетям, сейчас какой ценник? Подписчики? Что ценится? А имена не количество. Лайков, подписок, все. Какая тематика, в принципе, никого не интересует. Ну да, есть различия, да, то есть тот, кто смотрит автоконтент, да, там реклама дороже, там тот, кто там мимимишек, там, ну, да, другая реклама, другая цена. Но суть в том, что дети, они не понимают, что важно нести смысл. То есть у меня вот, ну, у самого рядом дети бегают, и спрашиваешь, о чем твой контент? Да ни о чем, просто вот, как бы что увидела, срисовала с других, то, что там вперед продвигается, то и делает. А ты чего, подписчики? Да, и кто тут просто все вот стремятся быть вот это самоподтвержденным обществом. И кто-то один вылазит и вот, ну, эту простую херню делает, и обычно этот, ну, как-то же матрица, система, да, выбирает этого человека. Чтобы он был такой, и он, на что, как и всегда, нацелен там, как Даня Милохин, как вот эти вот А4, там, Влад, да, вот, бумага, то есть. Это что такое? Это развлекательный контент с ни о чемным содержанием на вот, расслоение ума вообще ни о чем. Так же, как в соцсети, например, тот же ТикТок, 15-секундное кадровое мышление. То есть быстрее перемещайся, не надо тебе сидеть и концентрироваться на чем-то. То есть там на медитации, еще чем-то. Захотелось, беги в туалет с телефоном, ешь с телефоном. То есть, ну, вот как-то так такого. Это планы. Мне Инстаграм, я одно время тоже, вот, ну, сошелся с девушкой, надо зарабатывать деньги, на заводе работать одно, решил работать на себя, начал продвигать Инстаграм. Ну, это вот в двух словах, да, история. И я его продвигал, но я его никогда не любил. Я завязал с этим заниматься этим. И тогда в мою жизнь пришла вот тишина, медитация. Помог мухомор, мне тогда пришел маленечко. Но суть в том, что вот именно, понимаешь, глаза располагаются горизонтально, а тут вот сразу от того, что и вертикально. И вот это все, и это американское, и это вот просто как собачка ты там, вот, ну это реально настолько жалкий мир. Жалкий мир вот это вот трясущихся задниц. То есть, ну, я, если честно, тоже как бы, ну как сказать, коснулся этих умозаключений, то есть, ну, я как бы красоту в этом тоже вижу. Но это настолько все вот пошло и вот исковеркано, что души там не осталось. Там осталось только вот это утешение себя тем, что есть. А у тех, кто есть деньги, они просто, ну, не задумываются, они дальше прожигают свою жизнь так вот, как эти фантики, которых у них хватает. Они радуются тем, что в соотношении с другими у них хорошо и все. Им больше ничего не надо. Им не надо задумываться о войне, а еще о чем-то, о политике, поддавать что-то сомнению. Все у них хорошо. Они могут рекламировать тот же Лейс и ту же Кока-Колу. Без понимания, что... А если бы ты взял и прорекламировал российское производителя? А если бы он еще появился бы, да? И делал бы по совести. И делал бы вот именно с пищевых продуктов. Не с химией, с вот этой, которая отравляет организм, которую есть невозможно. Именно с таким вот подходом. И потребитель, заходя в магазин, не покупал американское, потому что оно дороже. Или наоборот, потому что оно дешевле, да? То есть, ну, кто крутой, тот покупает дороже, чтобы, блядь, выделываться. Потому что, ну, просто бабок, ну, в жопу ежу, и вот смотрите, как надо жить. А вот. А тут экономит, тут берет и покупает эти вареники, непонятно откуда, привезенные с ешками, там вот ешек штук 10, вот есть там такой список, только ешек, это как в такое туда запихать можно? И как такое можно купить? И люди покупают. И все почему? А потому что нищета. И нищета сознания, нищета в кармане. Вот, друзья, такая большая вышла это, и повторюсь, я без призыва
каким-то там действием, я к призыву поразмышлять и заняться собой. Я не занимаю ничью позицию. Потому что, ну, продавать алкоголь в магазине на государственной этой, то есть, прям так в открытую, ну, вот как это делается. Но это спаивание населения. Это значит, ну, полное безразличие. Да как тогда каких ты хочешь военных, подчиненных тебе, уравновешенных там каких, исполнительных, когда ты продаешь водку? Ну, вот это я вот как по политикам, да, как бы вот так вот, невзначай, да? То есть от того у тебя капитаны пьяные, потому что ты сам создал это. Вот. Но, видно, все начинается с одного человека. Поэтому важно каждому начать с себя. И наполнить, открыть свое сердце этому миру. Впустить в него любовь. Вот что действительно важно. Это трудно сделать тем, кто этим мало занимался. И это как построение новых нейронных связей, новой привычки. То есть ребенок не сразу ходить учится. Этому надо учиться. И я бы хотел и стараюсь, и где-то получается посвящать этому больше времени. Чего и вам желаю. Вот, значит, что вы меня не судите, использовать какие-то вырезки из этого ролика запрещаю, потому что, ну, можно тем самым перевернуть весь смысл сказанного мною. То есть, если что-то цитировать, то ролик целиком, вот, с указанием автора, конечно же. Вот, ну, а в целом, мира добра всем, и я уверен, стоим на пороге грандиозных открытий. И от России не думайте, что кто-то там откажется, такие, что вот прям вот у нас отношения пострадают. Я считаю, это на пользу. Это на пользу, чтобы развить свое производство. Развить свое общение. И здесь есть система ценностей. Если мы останемся в той же ипостаси, то есть так же гнаться за Западом, так же искать виноватых, и так же просто вот, ага, и едете, кто везет, на том и едем, это не получится. Важно разобрать «Жигули» и посмотреть, какие запчасти там отечественные, какие мы можем сделать лучше и прочее. Но, как бы, серия «АвтоВАЗе», пиши в комментариях, если надо, я расскажу подробнее. Мухомор и все остальные дела, и как связаться со мной, консультацию как получить, и может быть, мне консультацию дать, ссылки в описании. Слава роду, будь добром, Меркул успехен, давай твориться. Все в наших руках.